Если кто-то задумается о женском рэпе в нашей стране, то даже вряд ли насчитает исполнителя по пальцам руки. Мы из города, где много нефти. Говорят, татарки самые горячие. Да, это правда. 4 года назад мы переехали в этот огромный мегаполис. Большой город съедает тысячи людей каждый день. И оставаться хорошей девочкой не в моих планах. По нам, наверное, видно, какими оторвами мы были в детстве. Эй-йо, прием, дай мне в руки микрофон. Покажу, на что способны, остальных оставлю за бортом. Приглушенный свет, только я и ты. Начнем игру для тех, кто не боится темноты. Bad Girls — это 2 сестры, 2 патрона в одной обойме. Наш перформанс — это секс и рэп. Да, жесткий секс и женский рэп. Музыка — это оргазм, без оргазма нет хита. Каждый наш трек — это средний палец всей этой эстраде. Мы — проблема для всех этих поп-коллективов, псевдо-хит-парадов и псевдо-продюсеров. Этой весной у нас вышел дебютный альбом на лейбле Иван Мьюзик. Просыпаясь с самого утра, у нас съемки, репетиции, вечерами у нас записи. Я даже могу схавать огромный бургер, записываясь 3 часа на студии. Мясо есть в этом доме, нет? Ну, жрать хочу! Мне очень нравится, когда на меня пялятся. Когда я выхожу на сцену, через темные стекла очков, я вижу, как каждый второй хочет меня трахнуть. Так, вот эта сумка с моих съемок, а в ней... Так, нижнее белье. Нижнее белье для фотосессии. Так, шорты для выступления. Надеваем такие подобные шорты. Все хвалят мою задницу. Но это правда, у меня действительно сочная задница. Хотите ее потрогать? Плевать я хотела на все эти диеты, калории. Я вечно голодная. Во всех смыслах. Мы делаем жарче и дороже любое событие. Каждый наш выход на сцену – это 100-процентное шоу. Если шоу-бизнес – игра, давай поиграем. Bad Girls. Увидимся в твоем городе.